Традиционно в преддверии главного праздника страны – Дня Победы – городской округ обретает новый облик. Повсюду появляются декоративные элементы в знак памяти тех, кто сложил головы ради мирного неба над головой. В Химках более 1800 флаговых композиций разместили на опорах вдоль дорог, на въездах в город и на центральных улицах микрорайонов. В преддверии праздника Победы 9 мая мы начинаем праздничное оформление города. Тем самым, я считаю, что мы дарим праздничное, торжественное настроение нашим жителям. Вот. У нас работа начинается по монтажу флагов и оформления 25 апреля в круглосуточном режиме. Теперь развиваются на ветру и вот такие уличные флаги, которые размещают на специальных подставках, флагштоках. В городском округе уже разместили 700 таких элементов. Праздничное оформление предусмотрели и на въездах в Химки. Там установили тематические композиции из флагов. Благодаря своей форме их еще называют кострами. Всего же уже установили 45 таких элементов. Все работы по декоративному оформлению города специалисты завершили в полном объеме. Анастасия Кравцовская, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.